Алексей Ильич, что попускает Бог, а что является кознями сатаны? Ничто не является никакими кознями сатаны и не попущением Бога. Это вторичный элемент. Все, что происходит с нами, это обусловлено нашими движениями, нашей волей, нашей совести, а лучше сказать, и чаще всего, нашей безсовести, да? Вот чем обусловлено. Мы никак не можем и понять, что все, что происходит с нами в нашей жизни, является ничем иным, как следствием нашего внутреннего состояния. Когда я весь горю неприязнью ко всем на свете, я всех осуждаю, все дрянь и негодяй, я всех критикую, и Путин, и патриарх, и все там на свете. Я знаю, что один я хороший, но никто этого не видит. Ну, и я зол на весь мир. Не правда ли? Не правда ли? Я всех осуждаю, я чувствую, насколько я лучше других людей. А они этого не понимают, дурачье какое-то. Когда человек осуждает других, он себя кем видит и кем себя считает. Поэтому, видите, и в данном случае то же самое. Ситуация опять упирается во что? А опять в понимание того, с кем это связано. С каким состоянием? Не все наши невзгоды чем обусловлены? Чем обусловлены? Мы никак не можем поверить в закон. Вот закон тяготения мы верим. В духовный закон, что дух творит себе формы, мы не верим. Что значит дух творит себе формы? То есть все стороны моей деятельности, все проявления моей жизни обусловлены чем? Моим духовным состоянием. Посмотрите, даже психическое состояние или нервное состояние. Никто к начальнику не ходит, когда он зол. Правда же? Правда. Вот. А с чего бы это? Да потому что он зол. Лучше сегодня не подходите. Лучше в другой раз. Не подпишет. Еще выгонит, да еще что-нибудь влепит. Вы видите, наше духовное состояние порождает все наши ошибки. Все наши глупые идеи, все наши решения, все порождает наше духовное состояние. Что значит духовное состояние? Духовное состояние мы творим сами. Не Бог и не дьявол. Не Бог и не дьявол. А мы поступаем по совести или бессовестно. Мы поступаем по правде или неправде. Я говорю, поступаем. Это ой, как мало. Поступки являются выражением чего? Моих желаний, моих планов, которые внутри меня, которые никто не видит, моих чувств, моих настроений. Почему христианство и говорит, блаженны чистые сердцем? Вот если будет чистое сердце, тогда никакой дьявол не сможет. Он ко Христу приходил, дьявол, и что? С тем и ушел. С чем пришел? Так и ушел. А мы подаем руку дьяволу, то и дело. Вон она, негодяйка, стерва. А, красота, ты мой голубчик, молодец. Коль она стерва, значит, ты себя видишь кем же? Значит, ты еще стервей ее. Коль ты ее так считаешь. Вот такая ситуация-то какая. А мы все, Бог или дьявол? А я тут ни при чем. Бог с дьяволом мной играет. А я не виновен. Чистый ангел.